Так, ну что, первый день подошел к концу. Мы посмотрели две игры с Inmate. Кстати, Inmate, ты второй раз в Киеве. Как тебе тут, как зрителю, не игроку? Ну, как не игроку, зрители помогают командам, они болеют за них. В сравнении с тем, что было на первом сезоне, то есть в первый игровой день, в будний день, очень много народу пришло, реально помогают командам, болеют за них. Я тут посмотрел, за No Tide Hunter болело больше, чем за Empire. Это первый случай, когда вот за европейскую команду, первый раз, когда за европейскую команду болело больше людей, чем за СНГшную. На самом деле, дело в том, что в основном дотеры болеют за красивую игру, а не за какую-то определенную команду. То есть есть, конечно, когда вот прямо жесткие глоры, которые вот... Нави. Empire, вот до конца. А основная масса вот данных людей, кто с нами сегодня здесь, в Киберарене, они болеют именно за красивую доту. И вот первая игра между, допустим, Empire и No Tide Hunter была просто офигенная. И каждый вот замес, как последний раз они сражались. Приятно посмотреть. Вообще, вот ты тут с 8 утра, насколько мне известно, не устал вообще? И микрофон-то ближе, держи к рту. Окей, не в одном глазу на самом деле. Я продолжал бы тут сидеть еще пару суток как минимум, легко. Но Каспер домой. Но Каспер зовет домой, да, у нас тут намечаются большие планы, там генералы всю ночь. Инмейт с Каспером сейчас пойдут покупать пиво и смотреть стрим. Какое пиво? Мы только сок пьем и чай. Граната. Да. Ну, давай немножечко так по конкретике. Первая игра у нас против Натиков была. Не у нас, точнее, у Virtus.pro против Натиков. Что по играм вообще можешь сказать? Потому что мне показалось, что Фнатики вообще в салат проиграли. Может, ты как аналитик что-то шаришь? Мне кажется, что вот именно у Virtus.pro состав такой, что у НС много ланов было в своей жизни. У Иллидана было много ланов. То есть они не терялись, они не боялись. А Фнатик, они всю жизнь играли, вот и мама подносила еду, они все со своим компом, со своей мышкой, со своей клавиатурой. Не боялись, они играли именно со своим компом. А то они приезжают, все новое, пинга под ноль, как играть, ничего не понимают, теряются. И, может быть, за счет этого они как-то проиграли первую игру, то есть именно вот не потому, что плохо играют, а потому, что потерялись. Не, ну, Фнатики же третье место заняли в прошлом сезоне. Ну и что? Ну, как бы, ну именно третье место, то есть не первое, не второе, третье. Virtus.pro выбили, если я не ошибаюсь, вроде они выбили Virtus.pro. Может быть, да, но все равно Virtus.pro так Virtus.pro, Фнатик так Фнатик. Вот можно, кстати, посмотреть по прошлому сезону, поэтому прогресс команд. То есть видно, что Virtus.pro поработали над ошибками, а Fnatic пока нет. Посмотрим, что будет завтрашний день. Вот именно игра Crazy сейчас мы обсуждали, в принципе, с тобой и со всеми. Что можешь сказать по игре Crazy? Ну, тут некоторые говорят, что Crazy прогрессирует. Я говорю, что это вот только сегодня он так играет. Ты вроде тоже. Ну, вообще, по Crazy в целом. По Crazy в целом зависит от его соперника. Вспоминаем игру против Дигнитасов, где вот, как его там, Snake King. Просто он, мало того, что его проботил, он проботил еще за ним всех четырех оставшихся игроков Virtus.pro. То есть, пока что, ему вот против Китая играть точно рано. Но прогресс налицо. Парень реально растет. То есть, больше опыта, больше ланов, будет больше побед. А вот что по игре Empire против, собственно, No Tide Hunter? Там первая игра вроде была в руках Empire, но какие-то ошибки мне на самом деле не было заметно. Я смотрел только в один монитор. Вот какие ошибки у них были? Ошибок как таковых нету. Был странный пик дерева. То есть Terrain Protector, конечно, классный герой, но он никак не вписывается, потому что соперники пикнули рейндж керри героя, который мало того, что не попадал в этот ульт, так еще и плевать он хотел на дерево. И в его Rocket Barrage убирал моментально Living Armor, то есть все 7 зарядов, потому что сколько там, 30 ракет вылетает. Плевать он хотел. Вот. И во второй игре такая же фигня была, что просто перепикали на этот Hunter. То есть мне надо. Мне кажется, на минус морали Empire. Может да, быть, 19 минут... вторую игру, может быть, на минус морали, а первую они именно по пик проиграли. То есть, но этот Hunter, в отличие от остальных команд той же Star серии, они не боятся и умеют катить Найкса. То есть Найкс, проблема в том, что он милый герой. И вот он вгрызается в тебя, ты жмешь форстав, фьюл, госкиптер, что угодно. И вот герой хоть у него 6 слотов, хоть 12, хоть 20, наносит 0 урона. А у Натахандера был раньше герой керри, который вот ты нажал форстав, и тебе есть рофлэкен, въезжает и еще раз въезжает. И за счет этого им драку за дракой как бы завозили, выводили.
Вот завтра будет игра Fnatic против Empire. Вообще, за кого болеешь и как ты думаешь, кто победит? Я, например, думаю, что победят Empire, ну и, собственно, за них тоже болеть будут, потому что тогда будет небольшой такой сюрпризик для продотки. Но об этом потом. Если выиграют, конечно. Если выиграют, да, Empire, будет сюрприз. А так, я болею за красивую доту. Как ни крути, именно ради этого мы здесь все собрались, потому что смотреть, допустим, вот КС-матчи, когда 16-0, неинтересно. А когда камбэк на камбэке, когда эко-раунд выигрывают, это реально круто. Ох, что этот Вилат, а? Заберите его отсюда. Вилат должен испортить. И друзей своих забери. Да, это был Вилат. Так вот. Да, это если вы не знаете. Да, для тех, кто первый раз с нами, это один из главных стримеров StarLadder. А это Invade. А я один из побочных стримеров StarLadder. А это Факер, он вообще не стример StarLadder. Я вообще не знаю, что я тут делаю. Зато у тебя классная прическа. Как ни крути. Спасибо. Мне сказали, я на сутенера похож. Но это все записи на спине. На чем вообще стримились? Так. Ну, в общем. В общем. Ты болеешь за красивую доту. Я болею за красивую доту, но надеюсь, что победит Empire. Потому что хочется сделать сюрприз. Ну, сюрприз, да. Потому что это случится только при победе Empire. Сюрприз будет действительно стоящий, какой мы вам не скажем. Ну, я думаю, в комментариях все равно найдутся энтузиасты, которые догадаются. Или не догадаются. Ну, посмотрим по комментариям под видео. Так, ну, в принципе, подводя итоги сегодняшнего дня, сегодня у нас было два матча, оп, 2-0. Мне, честно говоря, не очень нравится, какое-то такое однобокое противостояние сегодня было. Даже вообще, по нагруженности публики, что скажешь? Потому что я очень доволен. Сегодня людей в арене на доте на втором матче было больше, чем на гранд-финале в прошлом сезоне. Вот ты помнишь свой гранд-финал первый сезон? Сколько было людей тогда? Народ, он стоял еще, вот если камеру переместят, то он стоял просто до конца этого коридора. Было очень много народу, потому что это был первый финал первого сезона StarLadder. Там, хочешь не хочешь, надо было прийти и посмотреть, как это все. Сейчас погода не позволяет, то есть, когда мы были в тот раз, было плюс там 20, даже ночью, было тепло, всем было комфортно, а сейчас, как бы, куда-то ехать, что-то потом уезжать, не очень комфортно, и поэтому не все выбираются. Ну и, собственно, на этом, наверное, все, завтра мы продолжим свой дневничок вместе с инмейтом, если вам понравится, если не понравится, сам буду вести, то есть, мы его прогоним быстро. Или Факера. Да, и нет, а меня не... Кому ты нужен? Ну, на самом деле, да, никому я не нужен. Ну что ж, на этой позитивной ноте, я думаю, стоит закончить. Это был первый день пятого сезона StarLadder, почти юбилейного, такой полуюбилейного. Я, кстати, побреюсь. Да, а я нет. До завтра.